Мариуполь особенно знает, что такое война, что такое лишение военного времени, что такое трагедия войны. Мы знаем, мы помним, а самое важное мы ценим. То, что вы делаете для нас, то, что сегодня мы слышим ту тишину в городе Мариуполе, это ваша заслуга. Сегодня детский смех в наших дворах, в парках, в скверах, это также ваша заслуга. Сегодня Мариуполь живет мирной жизнью. Мариуполь развивается. Это также ваша заслуга. И я сегодня от лица полумиллионного города хочу вам сказать щиро дякую. Подоляка Олега Миколаєвича, старшого офіцера відділу планування управління територіальної оборони управління оперативного командування Північ сухопутних військ Збройних сил України вашої області. Сил України. Жить нам после легенды.